Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 5 на странице 6 учебника математики для первого класса автора Трофеева. Состав задачи по каждой схеме. Реши ее. Смотрим на первую схему. Здесь у нас банка. 7. Здесь у нас банка неизвестно сколько. Но написано на 3 меньше. Нарисованы помидоры и огурец. Вставляем следующую задачу. В первую банку уложили 7 помидоров. А во вторую огурцов на 3 меньше. Сколько огурцов в банке? Чтобы узнать, сколько это на 3 меньше, это значит 7 без 3. Нужно из 7 вычесть 3. Получится 4. 4 огурца в банке. Смотрим на вторую схему. Здесь у нас корзины. Наверное, в первой корзине 6 грибов. А во второй неизвестно сколько, но известно, что на 2 гриба больше. Будет следующая задача. В одной корзине 6 грибов, а во второй на 2 гриба больше. Сколько грибов во второй корзине? На 2 гриба больше, это значит столько же еще 2. То есть мы должны к 6 прибавить 2, получится 8. 8 грибов во второй корзине. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.